Мариной. Марины одной из Ранитон. А дело то, на свадьбу страх похоже. Но думал ты, признайся, Вишневецкий, что дочь моя царицей будет, а? Да, чудеса. Думал ли ты, Мнишек, что мой слуга взойдет на трон московский? А какова, скажи, моя Марина? Я только и промолвил, ну смотри, не упускай Дмитрия. И вот все кончено, уже у нее в сетях. Вечером в 11 часов в аллее лип я буду у фонтана. Водки мне. Что в ней нашел Дмитрий? Как? Она красавица. Да, мраморная нимфа. Глаза, уста, без жизни, без улыбки. Он некрасив, но может быть приятен. И царская порода в нем видна. Часы бегут, и дорого мне время. Я здесь тебе назначила свидание не для того, чтобы слушать нежные речи любовника.